Хирургическое удаление катаракты является одной из самых безопасных и наиболее часто проводимых операций в мире. Прежде всего, хирург делает разрез в роговице. Этот разрез делается не больше, чем это необходимо для прохождения через него хирургических инструментов. Сделав разрез, хирург осторожно отгибает передний слой хрусталика. Тем самым хирург получает доступ к внутренней области хрусталика, где образовалась катаракта. Затем хирург, используя специальный инструмент, делит катаракту на более мелкие сегменты. После разделения катаракты на сегменты, хирург отсасывает их из оставшейся нетронутой части хрусталика. После удаления катаракты в капсулярную сумку, где был естественный хрусталик, вставляется искусственный. В большинстве случаев используется искусственный хрусталик, который сворачивается и вставляется через крошечный разрез. Этот разрез столь мал, что зачастую он водонепроницаем и не требует наложения швов, особенно в том случае, если использовался хрусталик, который можно свернуть.